Всем добрый вечер, кто решил посмотреть это видео. Я сейчас снимаю заказ растений для Юли. Так, ну, слева направо, как обычно, начинаю. Так, ну, Юля, смотрите, вы забронировали у меня гибискус, Бангкок. Вот он так у меня уже вырос. Это промежуток. Сейчас покажу корневую. Вот такая корневая. Все тут у него прекрасно. Поливала его, да, вчера, поэтому влажность там. В общем, вот такой красавец, красавец. Красавец, красавец. Вот видите, листочки уже вот такие большие. Так, ну что, и Красула Голум White Variegated. Тоже подрос немножечко черенок. Там даже что-то еще начало расти. Даже немножечко хоботочки окрасились в розоватый цвет. Обычно это бывает, когда вы растение еще подсушиваете перед очередным поливом, и оно у вас находится при ярком освещении. И вот так они могут окрашивать хоботочки вот эти. Видите? Вот так вроде четко, да? Да, чуть подальше. Красивое растение, мне оно очень нравится, и оно совершенно неприхотливое, ну, на мой взгляд, конечно же. Самое главное, не увлекайтесь с поливом, поливать после просыхания. Прекрасно выдерживает подсыхание грунта. Тут вот, кстати, видите, прям такой белый-белый вырос. Другие окрашиваются. Ну, веселенькая расцветка, красивое растение. Все, друзья. Так, по растениям еще скажу. Значит, в перспективе у меня сейчас готовятся 3 черенка гибискуса Бангкок. Пока 3 точно будут, но пока не готовы, поэтому на продажу пока не выставляю. Так, ну а вот это пока не могу сказать. Могу, в принципе, на заказ еще сделать, если есть желающие. Просто надо свое растение тогда дербанить. Пока об этом не думала, на самом деле. Все, друзья, кто заинтересовался, пожалуйста, пишите. Если есть вопросы какие-то по этим растениям, пожалуйста, пишите по сортам и видам. Ссылка на мою группу всегда есть в описании к видео. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. И до встречи на страницах моей группы. Пока-пока.